Привет всем, сейчас будет очень важное для меня видео. Осталась одна минута до выхода самой главной новости. Хочу вот я этим видео завершить свою торговлю, свой путь к миллиону, свой марафон. Буду заходить на 5 минут, на 150 тысяч. Так, осталось 25 секунд. Так. Вот наша новость, остается одна минута. Зеленый цвет — доллар повышается, красный цвет указывает на понижение доллара. Торгуем на паре евро-доллар, здесь будет наоборот. Так, ждем, 5-4. Так, что? Вышла новость. Так, на повышение не успел. Ждем коррекции. Очень переживаю. Нужно дождаться коррекции. Все, не буду заходить. На 100 тысяч. Хватит. Так, будет просадка. Буду дожидаться коррекции. Уже на 4 тогда минуты, если что. Вот, на 4. Итак, смотрите, пока все отлично. Новость красного цвета указывает на понижение доллара. Здесь у нас доллар на втором месте, соответственно, евро повышается, доллар падает. Зашли на 100 тысяч. Я начинал свой путь к миллиону с 160 тысяч, то есть на 130 тысяч пополнил, дали 39 тысяч бонусами. И вот, чтобы мне вот заработать полностью миллион, да, мне нужно 1 100 000, чтобы уже была круглая сумма, закончить марафон. Так, ну все идет как нам нужно. Планировал, видите, на 150, но не будем рисковать. Видите, интересная была просадка перед новостью. Ну все, может быть коррекция, цена может быть, может развернуться в другую сторону, здесь нужно аккуратно. Но вот всегда после резкого выстрела идет вот такое вот затухание, и потом уже цена постепенно начинает вот идти вверх. Нервничаю сейчас, потому что не слишком далеко ушла цена вот от этого вот уровня. Планирую, народ, сделать вам нарезку со всего марафона к миллиону, чтобы вы увидели мой путь в одном видео, как я начинал. Плохо, конечно же, 5 минут. Плохо, начинается затухание. Выстрел, сейчас идет затухание. Давайте посмотрим другие новости. Отлично, все вышли новости в красном цвете. Все новости, видите, уровень безработицы в красном цвете и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, вот этот наш нонфарм тоже в красном цвете, и даже вот на две головы тоже в красном цвете. Это означает, что должно быть понижение доллара. Так, все идет пока нормально. Так, цена на сколько пунктов?
20-40. Нормально. От нашей линии цена на... А, почти на 100 пунктов. Больше, чем на 100 пунктов. Цена вверху, так что... Все отлично. 600, 700. А, уже на 200. На 200 пунктов. Все шикарно. Но все равно не могу расслабиться, когда вот не закроются мои сделки. Здесь, когда уже все шикарно, конечно же, я жалею, что там не зашел на 150, как планировал, там или на 200. Здесь все пошло лучшим образом, цена отыграла, потому что все новости в красном цвете, доллар понижается, евро повышается, все шикарно. Не дотянул я до 1 100 000. Может, еще сделаю одно видео, чтобы уже ровно был 1 000 000. Я даже не знаю, сколько мне выводить. Может, оставлю 400 тысяч или 300. Так, вот, я, видите, продолжил нон-фарм. Продолжил с того места. Вот, 30-го я закончил торговлю. И вот 1 сентября я по нон-фарму. Две сделки. И вот безрисковые сделки вы видите. То есть не торговал на этом аккаунте. Вот такая вот получилась торговля. Всем спасибо за поддержку. Поддержите это видео лайками. Всем удачной торговли. Всем пока.